Где ты шкеришься, когда их раздаю? В Долоране стоял он. Чё, все готовы, эсэсы на свое усмотрение. На позиционку становимся. Основная задача сейчас быстро под Герой бурстануть череп. Чем быстрее череп убьет. Вопрос, звездопад юзать можно тут? Да. Угу. Это заебись. Всё, по готовности кидаем. Дай по готовности. Он прохиливает. Держи. Меня поскольку. Отожму. Войда, Артемия. Гречи, иди помогай им. Прости, Инр, залить. Прости, рестор друиды держите. Останешь, блядь. Берись. Поднимайте этого. Кого поднимать? Хилов. Берю, прости. Проще поднимать. Уни. Берю. Кантовского пэта заберите кто-нибудь из танка. Меня немножко подхил. Бруно. Войда хил. Войд, прожмись. КД. Хилов маны не точно. Дайте ману. Инор их. КД, Инор. Дайте им. Тимею, подойди сюда, типа, ты можешь просто. Смотри, чтобы все хилы доставить. Пока тут подойди, там Войда похил. Себя и Войда заодно. Будешь хилить. Тут не подходите близко к боссу, там будет. Так, все, держи тут босса. Все, добили. Все, пошли все по шаману, херачит. Все хилки. Босс у них не подходит. Давай, а там босс. Заливаем, нет? Инер свой слей пока. Не, свой инер слей там по хилу. Попросите. Это им бьем или что? Замедление каски. Не работает. Не первый не комплект, а второй может. Не подходи, не получай лишь. Повешалось на тебя 4. 10 секунд, Тимер. Нет. Виталь, по присту зали. Да, окей. 2 секунды. Хорошо. Вот, забирай босса. Прожимки, если нет, заберешь. Где-то
На первой вспышке нельзя так. Ну, я уже там, вот сейчас. Это эмблем, нет? Нет, тут там прохиливается 6 фиолов. У кого есть еще и зимных мана? Япончик есть? Я отдавал. Твоей команде. Мозер есть? Блять. Будьте аккуратны. Как откатит гим или генера сразу закинет? Нет. Как откатит? Мишаня, спецмешки есть? Да. Мне, правда, не нравится твой вопрос. Ты что, хатипчик у нас еще был в гильдии? Не помню, как его зовут. Он уже тут? Или он еще... Блин, как его зовут-то? Который тоже ДКшником танком играл. Помнишь, Лёх, нет? Миша, бля, я не помню. Бля, ник не помню. Баркма. О! Вот, точно. Играет он, нет? Нет, не играет. Понял. Получить треньку. Берите мира, добейтесь. Да, без мана сидеть вообще по кайфу. Да, конечно, чуть хвосты набрать и один талантик хотя бы в монорек перекинуть. Слабак. Да в смысле? Под конец боя. Есть 4 только босса, ну 5 максимум, где ты проседаешь по мане. Ради этих боссов перекидываться. Артемия, но у вас первый был талантик. Сколько там, Миш, говорит? Собственно, 1240, да? Артемия на мейн берешь или вместе сектант? Чё, отлично, молоко. Ну да. Еще 260 хосты. Не, мне еще не хватает. Короче. Okay.
там нормально? А друиды мечи не носят, да? Чё, чё вы? Мечи не носят, а? Друиды нет. Кинжалы. Тебе. Я имею в виду вручную. Вообще никакие мечи не носят. Типа дробящие носят двуручные. Ну, да, дробящие. Это же дрифтово. Да, дрифтово. Но этого нет. Чё понятно. У них основная ствол дрифтов. Кирси тут себе второй сет собирает, короче. Ну просто так? Ага. Да, Женя, ВДД. Ну нахуй, лучше собирать этого аркана, нахуй. Там хоть баф есть на 3 урона. Паладин дает такой баф. Да, да нахуй. Маги бесполезные, да? Угу. Файры хоть дамажат немножко. Да. Если бы просто сделали, как он был для этого, вот так. Ну конечно, когда у него поломано было плюс 70% к этому просто урон. Стрелял бы лучик. Я, кстати, уже стрелял. Жаловались, что короче, когда больше, чем урон. Три мага таких в рейде, слабые компы проседают. Это, скажите, не играй. Паладин, где он дает эти 3% урона? Покажите мне этот скилл. А по находясь под действием любой из ваших аур получает на 3%. Как этот клинканите, где этот? Там хоста же, блядь, 3%. Тоже священная. А, вот это, она типа не шокирует с этими, с арканами, что ли? Это одно и то же, да. Ну ладно. Не, я думаю, это чисто только вот, блядь, для пала. Можешь потихоньку на ту сторону вести. Нет, там что написано. Я всегда говорил, что палы просто саппорты. Каску, там диван кинуть, ауру включить. Кто заслужил убивать? Моба мой таргет убить. Никому. Стоят у нас в кашле. Беладон не поможет. Белл, нельзя от него убежать. Умри достойно.
Ага, он, смотри, на серфинге катится, брат. Нет, просто лагает. Кто-то забыл, там же один мурлок, который ходит, а говорит, босс. Ага. Рыбу сразу ставлю. Есть ли я меня тут спрятал? Как уйти? Сука. Резай давай, блядь. Смешно, когда Мишка ебёт быка. Эй, бля. Не приму. Мозер хотел все сломать, не. Блин, вы можете не умирать, я так не люблю каску, бах. Так, какой вот этот белый? Да, белый мурлок. Знает. Давай два вот этих мурлока. Трансфер на X2 отключили. Это что? Теперь у нас персонажи из других этих игровых серий. Ну, в смысле, и вообще там с циркуля надо. Можно на циркуле на X-Tone нафармить шмоток и сюда перенести, да? И 245-й что-то там. Что, раньше же он просто быстрым стартом переносился, нет? Да. А сейчас типа не канает? Сейчас можно нормально перенести? Нет. Не будет такого никогда. Ну просто да, это нелогично. Конечно, сравнивать циркуль, блядь, с этим. Народа шмот. Типа и так хватает. Типа, X1 должен был разгрузить X2, а в итоге все прут еще. На X1 догнать. Так и на X1 никто не играет практически. Пойдал, и... Там большая часть PvP-шников. Хотя серверы PvE-шные. Сейчас долго и неприятно.
Ну кто хочет сидеть и ждать еще, блядь, хуй знает сколько времени контента, когда на X2 весь контент есть. Да не весь. По такой же логике. Основной есть. Играть на X10, когда на X2 еще ничего. Ну, понимаешь, на X10 в чем прикол? Там онлайна-то не было, а тут онлайн есть. Угу. И тут намного проще, ну, типа, намного лучше все делают, чем здесь. Там еще трэш не закончился, если что. Тут, блядь, вон сервак крашится от того, что дохуеть народа. Карин, по сколько баков надо собирать? Тебе по два. Первый, который словил, и второй, который пришел. Чё так мало? А Карина Пошли. Сколько будет собирать? Карина будет половину. Можно. Мы тебе не доверяем. Можете по три, принц. Ну, типа, Карина, там, ну, первую пачку мобов купил, половину второй. И ты там половина второй и тоже целую третью. Потому что у нас нету холипала, лучше не ловится это. Лучше не надо. Да-да, та лучше по две. Короче, на этом боссе Дамару просто надо бить. Этот. Бьёшь просто босса и по максимуму уедешь, отрежь по... То же самое и Виталя. Этот. Ну, дальше будет какие-то вот водопады, там, подкинет, обратно прибежали к боссу, бьёте. Ничего сложного нету. Короче, в трэш играю я, что ли? Нет, ты по боссу играешь, но когда трэш подводит, отдаёшь там звездопад и... А, не понял. Не, я здесь был, я про этого босса и говорил, когда он подкидывает эту ёбище, меня, помню, подкидывал. Вот. Просто будет портовать, подкидывать, обратно возвращаетесь, дальше бьётесь. Первая Артемия заберёт трэш, потом Мишаня ты, потом... Войд на босса. Япончик, дай проверку. Если все готовы, гуляйте. За колонну отбегите. За факер. За колонну отбегите, чтобы вас не было. Лич, отойди, пожалуйста, за колонну. Можно крик на ХП? Я на АП кричу. А, у нас нет срома. Сколько ты по трэшу просто череду сдаешь и все. Ну там еще вихрь глинкоп будет, мам, Карин, что ты еще одну будешь собирать или мне? Будешь? Да, вместе.
Никиту Вадиму. Здравствуйте, дома. Давайте сюда немножко. Начните сгорать, хорошо. Заебал уже, ты знаешь, третий раз. Не говори, мне уже третий раз тоже. А меня четвертый. Мишаня, профилируйте ее. Побольше ловишки, побольше. Потрошу. Нет, там уже немножко подумать. Уже пятый раз такая. Да, бля, шестой раз, серьезно? Я флешкой похилился. Седьмой. Поднимать? Кого-нибудь? Поднимай, поднимай. Локи. Нарте поднимай там тоже. Ебать там. Вот я где умер. А кого из двух? Я Локи подниму. Лича подниму, это так. А где он? Я на фонтане. Брун поднимаю. О, я тоже умер, пока добежал. Сейчас все подпадут. Хера было сколько брать. И у Мишани прожили. Да, сейчас бы надо 13 лямах выпнуть. Вот и вай. Убрали до хуя. Будешь
Ну если что, босс убивается спокойно, даже если все пачки заливать прямо до смерти босса. Под боссом. Вот с Бруном мы в два танка можем затанчить. Ну и нужен третий, который там сферы бафлит. Все. Копить смысла нет. Дрэш это не босс, а с него же не падает хук, правильно? Много на себя мобов. Я про то и говорю. Трэш это не босс. Взять? Ребят, лича присумоните, пожалуйста. Что еще раз? По крайней мере, вот мои, которые стояли под боссом, а потом там была огромная куча, которая прибежала. Семья упала с трэшем. Рыба стоит. Тебя надо спросить, как ты, Перл? Может быть? Отмени атаки. Скрыть не волноступ. Вставай. Давайте баф. Там не жмите только. Даю проверку. Че, все готовы? Зайти за колонну. Все понятно. Да, не говори жене. Я уже заебался. Видите, босс совсем. Надо прожить. Прошу вешка под боссом. Чем быстрее босс совьет, меньше трэш.
Давайте, давай. Да. Нормально, что один пак уже Руня, притворись, скинь агро. Пускай идет подвоз следующий. Еще машина стоит. А это, Лёх, второй рейд, да? Да. Так, один ДВ. А, тут, короче, еще два, да, будет? Ну, вот этот и еще один, правильно? Уже был. Так, кто-то там про вечерних какой-то говорил, что ли? Вечерний уже был. В этом месте вчера.
Тут половина людей нету, которые обычно ходят. Токс разрешение. Арсей, почему за тобой нет бешеных, а за мной есть? Че там по трэшу, инкогнито? Что ты вагон? Почему они только за мной плывут? Плывет, блин, три тюленя, и все бешенки за мной. Так тюлени не могут догнать. На, кто там просил ДПС? Не-не, по трэшу. Конкретно по мурлокам? Всё. Да-да-да. Давай огрет. Шаман танчит, что ли? Во, рыбки съели. Таль, уйди. Уйди оттуда. Заметь, не я его поймал. Там вражка, Саня. Чё, ядовитый рейндж. Друг друга не стоит хилов не убейте. Красивый япончик ты у меня прибил. Я не знал, куда он закупать. Чё, трэш там валить, что ли? Еще один. Второго не загреть. Смотри, он вроде поворачивается. Вот на. Второго не дойди. Я сейчас сдохну. Блять, приз нахуй, ДЦ, чё ты там стоишь, блять? Иди сюда, кинь нахуй, падай.
всю хуйню мою мучить. Взяла сейчас и вот теперь точно вайп. Стоите, друг. Что мы подохли, блядь, танк стоп. Рел скажет падает, да? Я один стою, просто бью. И четыре хила хилит. Так одно. Ай, жестко. Белка, слышал историю, когда я Оню 25 так в соло убивал? Нормально. 92% от общего ДПС рейда. Я сам себе две геры давал. Чё там за рейд такой был? Да, там, не знаю, под конец недели позвали помочь Оне 25. А там от стража, от этой вспышки сдохла половина. От вторая половина от дыхания Синдры сдохла. Так у этой Они не шотают, наверное. 25-ки дыхание шотает. А дыхание? Если у тебя, эти всякие 230-е, то, конечно, шотит. Я думал, ты про звезду говоришь. А Неликс ушел, да, с гильдии? Неликс не играет. Только что он мне написал, блин. Разве? Только БГшки иногда бегают. Ну, понял. Хоть один додумал. Пошли последнего маба убил. Не успел, Миш. Только что подбежал. Из-под носа увели. Жертв? Да, перебил. Жертву насилия. Жертву насилия. В натуре пидель. Если там будет следующий, стартить, мы, блять, его хуй когда убьем. Ну зачем? Черный следующий пропускает. Ресурс. Следующего ждем. А, снимите. Трогайте моба. Лёх, я надеюсь, мне сейчас не в танк? Да вы заебали уже! Моба не трогай. Поехали. Вот этого быстро светит.
доволен. Ты будешь танчить телемов? Кому ничего не надо? Мне. Мне. Да, Рога, ты вообще не видишь? Учись. Чувство, когда не соскочить, да? Угу. Ставлю рыбу. Мишаня сделайте. Когда и же по два с каждой стороны выходит. Когда боссы переводят. Ну, когда ведут, два с каждой стороны. Метки поставь. Хилы, горячая звездочка, просто квадрат. Все звездочка, пока тут квадрат. Леша, что, в восьмой группе выходить, да? Пока что, да, на это. Смотрим за агро. Босс сбрасывает агро. Переагрите босса, это вайп. Когда переводят босса, никто его не бьет. Духа нас умолить. Вероятность вайпа будет меньше, если вы переагрите босса на той стороне, куда его я веду. А если вы переагрите и будете находиться на той, откуда я веду, тогда могут появиться много мобов. Про инера не забываем. А начинает вести стопы и руки, и все. С этой РДД. Еще Юрий Бардайц. Самое хреновое на этом переводе это Африка. Хватает. Еще раз проверку. Кирс. Надо эту вольтави. Все здесь, все готовы поехать. Я распула. Переводи. Фоня на это. Кал. Стопните сейчас. Ауе, дайте подвоз.
Стопните. Стопните, дайте им собрать. Там он прожмите. Больше по трэшу. Приводи. Стопните через секунду. Начинай переводить его. Все стопнули, все. Веди, веди, не стой. Залить сейчас побыстрее трэш, чтоб мейнера отдать. Это была не команда, зачем все мейнера раздали? Не думаю. Переводи, переводи, переводи. Еще один раз, мне кажется. Да я могу достоять тут 7 лямов. Прожимки фул есть. Все по боссу. Ну тогда все по боссу играйте. Да, это 50% только сейчас будет.
что там, где босс-то? Бываешь у босс. Да я знаю, просто туда мы идем. Лич Лёх, сегодня обычно целкашка будет продажная или мы в хэм? Вечером обычно, говорят. Я чё-то не понял, куда мы пришли-то? Ещё туда надо идти. Что куда решили? Мы в РСХМ хотели сходить или что? Завтра ЦЛК 25 обходятся. Лёха. 25 обычку сказали вам вечером пойдете. Про ДВС остав. ДВшники завтра. Лёха поставит РТ на 12.00. И мы пойдем ЦЛК обычку. Еще ни одной воронки, да, не было? Одна только это была. Кирс, ты тут зацепляешься за ворота. Че, давайте ваешь по-быстренькому-то. Арт это уже почти все. Можно, все можно. Но уже все. Там разберемся. Оставляй пока метки. Тут мобы еще. Подходите. Че? Где там круг? Изидрич пока что. Лёх, вкратце расскажи, что делать тут. Сейчас, не собирайте полкома, ляжете сейчас. Если прям очень вкратце, бить вайши, потом бить элементальчиков, потом Бруно хильте хорошенько. На ней много могу кучить.
Если на тебе появляется дебаф, который визуально похож на молнию такую, просто выходишь из рейда, чтобы рядом с тобой никто не... Ну, я понял. Потом 4 оставшиеся сумели. Кирс. А-а-а. Как дела?